итогу всех гонок Rainforest Challenge в России станут известны, какие экипажи отправятся на мировой финал, который ежегодно собирает сильнейшие команды планеты в Малайзии. Этот сезон внес новые правила для российских участников RFC. Единый представитель в стране мировой серии гонок – уссурийский спортивно-технический клуб «Рубеж» в лице Евгения Коваленко. Мы сделали единый календарь, единые правила и техтребования. И старт серии RFC в России начался с Приморского края. Прошлый год у нас был пустой, мы не выступали в связи с панэпидемией. В этом году соревнования разрешили, и вот первое мероприятие прошло на премринге. 14 участников в трех категориях соперничали на спецучастках. Классы были разделены по техническим требованиям к машинам, от самых простых до построенных прототипов. Первоначально организаторы разместили 10 спецсекций, но сложность этапов и время вынудили пересмотреть количество участков. Их сократили до 8. Чемпионами приморского этапа RFC стали Роман Кульбак и Михаил Дюжев из Владивостока. Серебро у уссурийских братьев Валерия и Сергея Панюшкиных. Бронза у смешанного экипажа Андрея Поддубного из Находки и штурмана из Владивостока Михаила Яковенко. Наталья Зайцева, Алексей Шаповалов, Телемикс.